В здравпунктах Алроса расширят спектр услуг. Работники смогут проходить консультации узких специалистов и получать медицинские процедуры у себя на предприятии. Сегодня на производственных площадках действует 28 здравпунктов. Их задача – проведение осмотра работников перед сменой и после. Также консультация врача при обострении заболевания и экстренных случаях. В конце первого квартала правление компании утвердит стратегию медцентра на 2022 и последующие годы. Благодаря принятию нового документа полностью поменяется стандарт медпомощи на производственных площадках «Алроса». Основной упор сделают на первичные профилактические мероприятия. Если можно было условно получить две услуги, то сейчас это будет 5 услуг. Есть здравпункты только фельдшерские, где есть средний медицинский персонал, а пациенту требуется консультация доктора. Это не значит, что мы туда посадим на постоянное место работы врача, но мы организуем работу так, что, допустим, по графику, какой-то вторник, четверг там, или раз в месяц, если это кардиолог, он мог приезжать на здравпункт и осматривать этих людей непосредственно, опять-таки, в рамках рабочего времени.